Пей, пей. Наташа, не пугай кошечку. Я не пугаю. Ты уверена, что это кошка вообще? Это кот, мне кажется. Почему бока провалились? Не кормит его, что ли? Ну, конечно, говорит. Тихо, пришёл и кричит уже. Мы кормим его. Тихо, Дим, не трогай. Подожди. Это киса, Дим. Пусть он попьет. Он пьет молочко. И Дима надо молочко попить. Сейчас я принесу его молоко, он допьёт. Кисочка пьет молоко. Да, когда он кушает, погуляет почему. Тихо, тихо. Ну, он боится, наверное. Он нас не знает. Может, он бездомный. Ну, что-то больно чистенький. За забором снимаю. Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания. И у нас второй день, как мы отдыхаем на даче. У мамы отпуск 2 недели. Сейчас я иду по дороге вниз на нашу площадку, где мы провели практически все свое детство. Сейчас у нас растет, там тоже дорога, растет второе поколение детей в нашей округе. И там очень много детей играют в выходные. Сейчас там моя мама с ребеночком. Моим сынком. Я хочу их заснять через деревья. Вон они катаются. Меня уже увидели. Лес такой прозрачный стал. Чего, видно меня? Лес такой прозрачный стал. Первый раз в этом году. Обычно тут столько деревьев, а в этом году все посрубали. Он стал прозрачный. Тут у нас тропиночка есть. А, еще ветер, кстати. Да, был ветер сильный, я с вами поздоровалась. Надеюсь, нормально было слышно. Площадка. Площадка не убранная. Никто не убирает. Стой. Стой. Наконец-то он тебя увидел и скатились вниз. Не хотел никак. Мама пришла. Березки здесь были. Вот. Помнишь, да, мам? 2 березки. Нет. Вон, смотри, какое это чистое тут небо. Не помнишь, срубили-то? Вон, мам, пенек и вон. А вон рядом. Ой. Ручки отряхнем давай. Отряхай. Молодец. Эту руку дай. Кольцо здесь. Ой, никто не ухаживает, смотри, они даже это. Никто не красит их теперь уже. Что-то тут даже написано, Саша. Никто за ними не ухаживает. Раньше мы ухаживали, соседи, которые здесь находятся, красили их всегда. Сейчас все поменялось. Ии! Какой малыш. Аж волосы разлетаются. А там, кстати, я собирала грибы когда-то. Там тоже тропиночка, корова, помню, шла, гуляла. И я там грибочки собирала. Этих свинухи. Не свинухи, а как-то они еще по-другому называются. И тут тоже. Там ветками все завалено. Вот она. Помойки лесные. А, ну вот березки остались, кстати. Вот, наверное, как вот эта вот была березка мощная. Там помощнее была. Они, смотри, вон какие длинные. Это огромного 3 дерева было. Как их срубили, непонятно. Куда они падали. Они, считай, стояли. Вот они огромные. Вот так, что ли, они упали? Ну, не знаю, машина, что ли, подъезжала. Сверху по чуть-чуть, что ли, срубали. Офигеть, вообще березы же все-таки. На дрова. Как... Когда успели срубить-то, вроде. Все время здесь кто-то есть. Дачники не заметили. Может быть,
Наверное. Тут сразу, он, видишь, какая дырища стала. Даже одно дерево на полдня пилить. Сразу дырища стала какая. Потом тут электричество. Ну, вообще бензопилой, наверное. Бензопилой. Да, ну, я думаю, так пилить это долго. Красивая какая она. Ты что, сам себя укачиваешь? И там, а он раз, два, три, четыре березки. Там одна еще, пятая. Дима где? А Дима дома. Дима приехал домой, потому что бабе по делам нужно было в город. По срочным делам. Еще добавку за продуктами сходим, может быть, завтра, да, сын? Посмотрим. Вот прибежали домой, продуктов у нас, соответственно, нету. А, сейчас-то поставила чайник. Да-да-да. Чайник поставила. Думаю, что сыну варить? Вспомнила, что есть, оказывается, у нас гречневая кашка из фикс прайса. Всего 15 минут. Диме очень понравилось. В прошлый раз я делала ее. Вот сейчас я ее быстренько приготовлю и всю с утра ему еще приготовлю. Или может останется, посмотрим. Там большая порция довольно. Вот. Быстренько там 10-15 минут всего варится. Я думала, все, наверное, уже это не пригодится она нам. Нет? Вот она. Маслица достала из морозилки эту конфету. Ты куда лезешь? Ай, упала. Тут, конечно, забыла убрать цветы перед уездом. Думала, выкину вместе с мусором. Ну, ничего, мы их завтра с тобой выкинем. Посмотрим, может, завтра с утра. Пойдем, не пойдем в магазин, не знаю даже. Ай, ай, не раскидывай их, ради бога. Конечно, тут все уже высохло. Дима.